Здравствуйте, мои маленькие друзья! Здравствуйте все, кто верит в чудо и волшебство! Сегодня особенный день. 19 декабря – это день, когда я, Николай Угодник, спускаюсь по серебряной цепочке с неба на землю и захожу в каждый дом. Дарю свои волшебные подарки всем послушным детям. В этот день небеса открыты, и слышны все добрые мысли и желания. В этот день во всех городах зажигаются огоньки на новогодней елке. Давайте и мы поможем нашей красавице принарядиться. Повторяйте вместе со мной. В день святого Николая дружно елку зажигаем. Скажем вместе раз, два, три. Ну-ка, елочка, гори!